То есть если бы вам, у вас был бы выбор, и не прагматичный, мы не говорим о стоимости полотна, дома повесить Шагала или Малевича, вы бы повесили Шагала? Я бы повесил их обоих. Нет, а если в разных комнатах. А у вас дома, кстати, есть картины? Несомненно, есть. Почему несомненно? Это вот, ну, да? Несомненно? Да? Конечно, вы думаете, да, что это не несомненно? Мне кажется, думаю, что как-то вот художественные какие-то... Откуда они? Это подарки? Это подарки, ага. Да. У нас дома есть одна картина Андрея Шарова, которую он нам подарил. «Сиреневые груши». Так. Это был еще вот тот период доамериканский, когда он писал какие-то вот такие вот «Сиреневые груши». Вот, понимаете? Есть у меня одна картина у нас, опять же, подарок Натальи Сомовой, жены Алексея Николаевича Казанцева, художницы. Поэтому, естественно, живопись мы любим и ходим, и детей по возможности таскаем во всякие музеи, и сами с оказиями всякими. Например, вот у нас там были ли гастроли МХТ в Мадриде. Ну, естественно, пошли в Праду и получили огромное удовольствие. Ну, в общем, вот так как-то. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».